мы убедились в том, что большая, очень мощная и великая наша любимая Родина все время сейчас, несмотря на то, что продолжается СВО, обращает все больше и больше внимания на мирное развитие. И это вот видно сейчас, Владимир Владимирович, потому как мы сейчас находимся возле отремонтированного уже, отреставрированного здания Херсонского технического университета. Я просто удивился, мне вот ректор говорит, 6661 студент учится. Правда, далеко не все учатся на очном, потому что возможности нет такой. И всего 135 преподавателей, но я думаю, она сама расскажет об этом. Но сам факт, что люди хотят учиться,